Нам срочно нужно что-то делать с моими рейтингами. Я уже устала от этих взлетов и падений. Мне нужны идеи, которые принесут гарантированный успех. Ну, какие есть предложения? Энтони, а чем плоха старая стратегия? Тем, что она не работает. Мои рейтинги еще никогда так сильно не падали. Может, видео со спиннерами? Слишком старо. Такое давно никому не интересно. Тогда что насчет обзоров на поп-иды? А, это слишком заезжено. Нужно что-то оригинальное. О, я знаю. Может, тюрьма? А может, мне просто стоит тебя уволить? Но что я сделал? Не так. Да ты вообще не сделал ничего полезного. Придется, как всегда, все делать самой. Поищу вдохновение на канале Трум Трум Вау. А эта тема сейчас популярна? Кажется, это именно то, что я искала. Что же такого мне лучше сделать, а? О, значит, кафе. Нельзя заходить с поп-итами, едой и животными. Надеюсь, сработает. Здравствуйте, мистер. Продадите мне пирожное за фальшивые $10. Просто настоящих у меня нет. Конечно же нет. Забирайте свою бесполезную бумажку. Ну, пожалуйста. Еще чего, посетитель? В наше кафе с этим запрещено заходить. А что это тогда значит? Я нарушаю законы? Офицер, вы видите эту дамочку. Мисс, я вынужден вас задержать. Вам, наверное, неудобно надевать наручники, да? Получается, я теперь попаду в тюрьму? И что мне с ней делать? Вам тоже придется пройти со мной. Нет, произошла ошибка. Все вы так говорите. Вот мы и на месте. Сэр, отпустите меня, пожалуйста. Ура! Я попала в тюрьму. И чему ты так радуешься? Посидите тихо, пока я занят. В общем, я популярный видеоблогер. Хочу просто хорошо провести здесь время и поднять активность в своих социальных сетях. Надеюсь, вы мне в этом поможете. Конечно, без проблем. Эй, а что насчет тебя? Меня? Ага. У меня нет денег, зато я нашла в секонд-хенде классные ботинки. Убери ноги со стола. Почему он такой грубый? И больше не смей так делать. А тебя ждет фотосессия. Подойди к стене и держи табличку перед собой. Как скажете. Вот так, хорошо, теперь повернись. Может начать подрабатывать фотографом? Повернись в другую сторону. Что-то не то. Думаю, стоит поэкспериментировать с нарядами. Розовый? Неплохо. Надо еще раз попробовать. О, это уже что-то поинтереснее. Что? Эй, прыгай обратно. Ну ладно. Будем работать с тем, что есть. Джейн хорошо ладит с камерой. Она же блогерша. Поэтому она способна сделать яркой даже тюремную фотосессию. Классно получилось. Так, кто там следующая? Мне так встать, да? Нет, повернись в мою сторону. Как скажете. И голова должна быть левее. Так подойдет? Еще чуть-чуть. И еще немного. Достаточно? Выйди из кадра и оставь просто табличку. Ах, неужели всех так фотографируют? Видимо, нет. Это похоже на профессиональную фотосессию. Всем в интернете понравились мои новые фото. Я так счастлива. Где я свернула не туда? Как я сюда попала? Что они там задумали? Принесли? Да, давайте сюда. Все, как ты просила. Спасибо. Обращайся. Скоро я так на машину накоплю. Эй-эй, ну, я пошла снимать. Скучали по мне? Я же тоже в тюрьме. Надо как-то использовать это для своей популярности. Придумала. Вот, и какой же это самодельный штатив без изоленты? Так смартфон точно не упадет. Готово. Только вот ободок не светится. Так-то лучше. Можно начинать. Привет, зрители. Я Роуз. И сегодня я расскажу интересные факты о жизни в тюрьме. Почему никто не хочет смотреть мой стрим? А что там у Джейн?
Пишите комментарии, если ждете рум-тур по моей тюремной камере. Подскажи, как привлечь внимание зрителей? Секундочку. Попробую вот эту фишку. Пластырь? Спасибо. Теперь у меня тоже образ Soft Girl. Как вам смена имиджа? Эй, это не работает. Значит, тебе не хватает милых акцентов. Возьми. Снова спасибо. Посмотрим, что из этого выйдет. Я вернулась. Ну, как успехи? О, а вот и твои первые 3 зрителя. Ты рада? Ага. Странно, на моем тюремном влоге все так же мало просмотров. В чем же проблема? Та-да-да-дам! Та-дам! Так вот, кто заражает меня своей непопулярностью. Офицер Грин, срочно подойдите сюда. У меня к вам просьба. Замените мою соседку на кого-то более популярного. Но я не могу это сделать. Так нельзя. Вы уверены? Знаете, я что-нибудь придумаю. Надеюсь на это. На-на-на-на! Ой, что происходит? Поздравляю, ты теперь свободна. Вы не шутите? Я так счастлива! Только давайте быстрее. Ты будешь жить здесь. Держи и поздоровайся со своей соседкой. А это кто еще такая? У Роуз было всего 17 подписчиков, а у Мишель их 24. Она популярнее. Эй! Понятно. Ладно. Тогда я пойду. Это во всех тюрьмах так... Все готово. Да, все пройдет, как полагается. Камера уже снимает. Отлично. Не волнуйтесь. Что за странный звук? Он мешает мне спать. Надо пойти с этим разобраться. Ой, ну здравствуй. Я попала на костюмированную вечеринку. Надо найти соседку. Ах! Как страшно! Я ведь не успела написать завещание. О, Мишель, ты знаешь, что происходит? Что-то очень жуткое. Сыграем! Нет, я хочу жить! Эй, ты чего? Успокойся. Стоп, снято. Не надо так кричать. Это всего лишь наш охранник. Похоже, я слишком вжился в роль. Мы всего лишь снимали новое видео в ТикТок. Прости. Я же испугалась. Ты отлично сыграла свою роль. Это уже слишком. Что такого мне стоит заснять, чтобы набрать побольше лайков и просмотров? Кажется, я знаю ответ. Привет, мои дорогие. Сегодня... Я подшучу над нашим охранником. Он ничего не замечает, когда подсчитывает деньги. Новый спорткар, жди меня. Готовы? Сейчас будет пранк. Ради популярности Джейн готова пойти на любой риск. Готова? Интересно, понравятся ли новые наручники другим заключенным? Эй, Грин, уже 10 минут как обед. Ну и что? Какой же он проблемный? Из-за тебя! Я голодаю! Я подам на тебя в суд! А ну не ори, а то прикую тебя наручниками к решетке. Что это? Миленькие наручники! Эй! Я все засняла. Пранк удался. Я это так просто не оставлю. Я конфискую ваши смартфоны. Все до единого. Джейн, запасные тоже. Ну и пожалуйста, еще. У меня больше нет смартфонов. Клянусь своим аккаунтом в ТикТоке. Ладно, забирайте. Можете с ними попрощаться. Нет, не делайте этого. Вы сами виноваты. Как жестоко. О, а вот 14-й айфон. Я, пожалуй, оставлю себе. Не так уж мне и нужен смартфон. Ну, как знаешь, наивный мистер Грин меня недооценивает. Круто. Может, у тебя и для меня найдется смартфон? Да за кого ты меня принимаешь? Конечно, найдется. Вот, держи. Я нашла видео с лайфхаками, как сбежать из тюрьмы. Какой классный лайфхак.
специально для заключенных. Вы просто делаете татуировку предмета, и он оказывается у вас в руках. Мы должны заказать такую же. Ой, девочки, у меня для вас кое-что есть. Стильный аксессуар для заключенных. Ай, это неприятно. Похоже, мы застряли. Нам теперь не выбраться отсюда. Отпустите нас. Это мой новый пранк. Вы вдохновили меня создать свой канал на YouTube. Как вы считаете, мне стоит отпустить их? Пишите свои ответы в комментариях. Пока!